Привет всем! Сегодня хочу рассказать, как на лодке я использую литий-ионный аккумулятор 12 вольт 45 ампер часов с электрическим мотором Минкота 30. В предыдущих видео я рассказывал о том, что собрал вот такой вот литий-ионный аккумулятор емкость 45 ампер часов на 12 вольт, который состоит из 60 ячеек, из 60 элементов, 18650. Есть цифровая индикация, которая показывает уровень заряда аккумулятора. Сзади расположены выходные клеммики, к которым сейчас и подключен мотор. Хочу сказать, что этот аккумулятор весит всего 3 килограмма, что для лодочного мотора очень удобно, так как перенести его, поставить, он не занимает много места и весит относительно немного. Вот включаем первую передачку. Обратите внимание, винт работает. Вторая передача, третья, четвертая, ну и так далее. Возвращаемся назад. Самое интересное, что этот аккумулятор я заряжаю от солнечной батареи, расположенной на носу лодки. Вот она, вот эта батарея, она закреплена у меня впереди. Вот так вот. Это 20-ваттная батарея, выдает ток 1, 1,2 ампера. Вот она подключена тоже параллельно с мотором на клеммы аккумулятора. Вот сюда подходят клеммы, и параллельно с мотором она подключена к аккумулятору. За целый день она компенсирует заряд где-то примерно, ну, 10 ампер часов, 10-12 ампер часов она компенсирует заряда. То есть, если я ушел на 3 километра, за целый день солнечная батарея накопит в аккумуляторе энергии на то, чтобы, в принципе, километр-полтора вернуться назад. Вот об этом я хотел рассказать. Дальше буду показывать испытания на воде. Это очень интересно. Там Леша уже, конечно... Выключать. Да. Так, Лешек,